А, вон сюда идем. Хорошо. Сразу перезарядим. Ух ты, найдите, что, чем можно открыть дверь. Хорошо. О, дурачок бежит, смотри, дурачок. Опа. Да ё-моё, я в него даже попасть не могу. Какое бесполезное оружие. Да-ду-да-ду-да. Да-ду-да плей. Ду-да плей. Всем привет, ребята! Вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру Walking Zombie 2. И я знаю, что хотел купить. Я хочу купить дом. Посмотреть вообще, как он выглядит. Отличный выбор, ты не пожалеешь. Смотри, у меня есть маленький дом, и теперь у меня есть тут открытый большой дом. И зайдем, посмотрим. О, вау-вау-вау! Смотри, как интересно. Стол для химикатов есть, медицинский стол и стол для оружия. А здесь что? А здесь у меня балкончик. Прикольно. Бассейн даже. Ага. А тут что? Ну, не особо вид открывается. Прыгать я не могу, к сожалению, не умею. Так, ага. Ну, прикольненький у меня домик. А здесь тоже я не могу плавать, да? Зайдем посмотрим, что он тут есть. Стол для химикатов. Что он делает? А, смотри. Этот стол создает химикаты. Вот эта штука, вот это энергетик, витамины. А что дороже? Red X? Мне кажется, Red X самый дорогой. Вот его и будем создавать. И тут ячейки. А ячейки стоят аж 5000. Офигеть, у меня столько денег нету, к сожалению. Ага, медицинский стол. Так же самое, создает он бинт. Неплохо. Стол для оружия, он что создает? Он создает патроны. Другие патроны он не дает, только вот такие, да? Давай 9 миллиметров будем делать, вот эти вот патрончики. Все. Ну, прикольно, у меня, смотри, кухня какая шикарная, смотри. Ага, очень красивая. Кухонный гарнитурчик, телевизор, холодильник. Прикольно, прикольно, даже вот в таком месте, да, можно что-то делать интересное. Ладненько, ладненько, идем дальше. А риэлтор остался, да? Так, риэлтор. Отличный выбор, ты не пожалеешь. Что он там мне хочет предложить? А что, он все, со мной больше не разговаривает? Все, ладненько, фиг с ним. Потратил денежки я, да. Но зато мы посмотрели что-то интересное здесь. Давай отправляемся куда? В канализацию? Нет. А, вредное, верное средство. Конечно, верное средство. Так, секунду, у меня здесь должна монетка быть. А, вот смотри, 6 секунд как раз нормально. Сейчас мы заберем монетки. Тыщ, хорошо. 10 монеток. А это что такое? Крутить. Давай покрутим. Ой, давай, урон, урон. Очки умений плюс 1. 1? Чего это в смысле плюс 1? Фигня какая-то. А, типа очки умений мне дали? Один только? Давай этот, работа с отмычкой, ладно. Может, конечно, это бесполезно было. Бесполезно, возможно, это была способность. Ну да ладно. О, вау, у меня же ружье другое. Сейчас испытаем. Ух ты, нифига. А, не, на в голову стрелять, тогда нормально. А сколько он вмещает в себя? 3 патрона только, так мало. Раз. Ох ты чё, гад, меня еще укусил. Гаденыш. Ага, а ну-ка. На этом. На, нормально. В принципе, нормально, пойдет. Так, найдите достаточно контейнеров с ядом. А где они? А, вон сюда идем. Хорошо. Сразу перезарядим. Ух ты, найдите, что, чем можно открыть дверь. Хорошо. О, дурачок бежит, смотри, дурачок. Опа. Да ё-моё, я в него даже попасть не могу. Какое бесполезное оружие. Какое бесполезное оружие, слушай. Надо я его продам. Во-первых, 3 патрона всего лишь. 3 патрона влезает. А во-вторых, оно не сильно и мощное. И, во-первых, дурачка это вообще фиг убьешь им. Так, бабищи. Не, смотри, это фигня все полная. Не, я не собираюсь так перезаряжать. Я так полгода буду перезаряжать нафиг. Не. Мы его продадим. Пока самое нормальное оружие, вот это у меня.
Вот эта штука. Да, у него там 5. Всего лишь 5 зарядов. Но зато она с первого удара убивает. Тыщ. И с... Я могу убивать их с далекого расстояния. Понимаешь, это снайперка. Вот они. Опа, опа, опа. Снайперка мне еще нравится. Можно будет, конечно, какую-то автоматику купить. Скорее всего, следующая моя покупка будет АК-47. Вот это да. Надо будет купить. Ну, дом я купил. Я хотел дом всегда купить побольше. Поэтому, как бы это мое желание исполнилось. Потому что я хотел это сделать. Так, ну подождите. Опять у нас зомбаки появились. Хорошо. О, и на улице и вас много-то, а? Сколько вас много? Стасики. Стасики, Стасики. Поехали. Ох ты, мимо! Да хватит башкой вертеть. Перезаряжаем. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько вас много? Почему мне ничего, никакие подарки не дарите? О! Патроны 9 мм 30 штук. Ну, 9 мм они не особо, конечно, мощные. Ух ты, флаг какой, смотри, красивый висит. А ну-ка, я могу убить отсюда их? Нет, видимо, тут стекло какое-нибудь. А двери заперты. И что дальше? А, найдите что-нибудь, чем можно открыть дверь. А, вот и динамитик. Установите бомбу. Куда? На улицу идти, что ли? 30 метров написано. Все, нормально. Что здесь? А, мы сюда эту бомбу установим? Конечно же, что-то я забыл. Используйте. А теперь... что теперь делать? А зачем оно мне было написано и подходить, если там взрыв будет? О, толстопуз, давай. О, взорвался. Так, а я, наверное, вас сюда позову всех. Так, все, идем сюда ко мне, все идем. Потихонечку. Так, вы тоже можете со мной пойти сюда. На фейерверк все идем. На фейерверк. Так, пошли тоже, школьницы. Все, раз, два, три. Все, фейерверк. Так, а зомби-школьница, ты опоздала на фейерверк. Я тебя накажу за это. О, а ты, чувак, что здесь стоишь? Стоишь. Кого-то ждешь. Так, нужно забрать вот эти штуки. А, интересно, они, мне кажется, тяжелые. Как он все 4 штуки взял с собой сразу? Отлично. Обыщите следующий ангар. Найдите достаточное количество контейнеров с ядом. А чтобы убить этого бога, растения, на самом деле у него не бог никакой, он просто растение. А они ему поклоняются, непонятно зачем. Надо его отравить. Пёска. Вот у меня такая же пёска есть, только она не зомби, а хорошая пёска. А ты зомби, ты плохая. Так, все, быстренько их сейчас отстреляем. О, здесь 30 патронов, но... Прикольное оружие, конечно. Но долго... Ой, долго, то есть. Сильно, конечно, оно... Но, в принципе, нормально убивает. Вот в начале игры оно вообще слабо убивало. Сейчас нормально, так, перезарядочку сейчас сразу сделаем. Так, а здесь что у меня интересно? Здесь ничего нету. Зачем вы меня сюда послали? У нас же есть еще один... Они, смотри, показывают. Чё? Чё здесь? Где? Куда? Нету здесь ничего. А-а-а! Господи. Бабища была, лежала там. Установить бомбу. А у меня что, у меня много этих бомб, что ли? Все. Так, ребятушки идут. У нас нету больше, да, этих взрывных штук? А у меня... Подожди, а что, у меня нету гранат? А вот у меня одна гранатка есть. Одна только. Если это шумовая, она вообще бесполезная. Так, ладно. 4. Ой, май гад. Да сколько же вас тут много. А чем же мне вас взорвать бы лучше, конечно, чем-нибудь бы вас взорвать. А взрыв пакетов нет больше. Взрывчаток у меня тоже нету. Плохо. Плохо, плохо дело, дрянь. Даже нету мне ничем вас... Угу. Вот эта штука, урон дает 0.
А, просто светошумовая граната. Она вообще бесполезна. Энергетик, что мне используют? Скорость движения. А, мне просто дает скорость движения на 180 секунд. Тоже бесполезно, мне нафиг она не нужна. Ладно, будем так, что ли, выбивать их по одному, что ли, это так долго будет. Надо мне найти, слушай, давай попробуем найти бочку. Ну, где-нибудь же бочка должна быть. Может быть, здесь бочка. Нету здесь бочек, смотри. К сожалению. Не, ну мне на вас будет, надо будет много патронов тратить, ребята. Так неинтересно, вас слишком много. Давайте я где-нибудь поищу все-таки бочку. Забрать 4 контейнера я отдам. А это мне не обязательно же этих зомбаков убивать, правильно? Я могу просто забрать контейнеры. Ну вот написано, вот сюда я захожу, ни одного контейнера нету. Типа пока я всех зомбаков не убью, мне контейнеры никто не даст. Ладно, что ж. Бедные мои патроны. Придется все патроны. Либо вот так вот вас отстреливать. Но вас слишком много. На тебе. Ладно, потихонечку будем отстреливать тогда. Ага, конечно. Кусаешься. Да, сейчас бы мне пригодились бы все мои гранаты. Там у меня много гранат было. Сейчас бы сразу бы 5 штучек кинул бы. В смысле? Я подошел прям к стене. А вот эти вот, надо их вот этих вот. На тебе, на. Какую-нибудь гранатку бы кто-нибудь бы мне дал бы. Вот было бы хорошо. Давайте в эту сторону будем идти, потому что мне в эту сторону надо. Как бы. Ну вот и все. Вот и все, всех убил. Дальше что? А, контейнеры. Вот видишь, а теперь появились контейнеры. До этого их не было. Пока я не убил зомбаков, контейнеров не было. Когда убил, они появились. Вот мне интересно. Миссия завершена, верное средство. Вот мне интересно, где эти контейнеры находятся у меня? У меня их тут нету. Вот, сундук тоже только в городе можно использовать. А, день снайпера. Давай сразу день снайпера выполним. Ага. Вот, сразу здесь зомбаков поубиваем. Сейчас подождем, где они. Вижу зомбаков. Опа, на. Ух ты, гад. А сколько вас много? Алло. Так, сейчас эти подойдут, я взорву прям их всех. Есть. А это, смотри, дошел, гад. Есть, хорошо. А, следующие зомбаки идут. Где? Вот, двое только, да? Двое это мало. Двое. Все, взорвали. Блин, они потом из воздуха появились, нафиг. Гады. Лучше вот этих стрелять. Потому что здесь кого-то ты точно попадешь. Ну, не факт, да? О, вау, 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 вау. Подошли прям близко. Есть. Все, и последние у меня зомбаки, которых я буду убивать. Вот идут. Есть один готов. А ну, смотри. 640, 636. А вот этих я стреляю, здесь у них больше, да? Так, все, эти все полегли. Хорошо. Ты че, бабище, ходишь здесь? Вот еще ребятушки идут. Все, готовы. Все, день снайпера выполнили. Хорошо. Отправляемся домой. Угу. Ух ты, прям втику-втику бензинчика хватило. Продолжить. И кому мы там чего идем? А, кассу обязательно сразу отдаем, пускай мне деньги даст. Все. Следующий тоже берем. С Эндрю я должен поговорить. Ты нашел яд? Да, он у меня.
Теперь осталось только вести его в стебель цветка. Будь осторожнее, дождись, пока оно заснет. Пока он заснет. Ну что ж, дорогие друзья, на этом будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. На комментарии я буду отвечать. И, конечно же, я все их читаю. Ну что ж, до скорых встреч, до новых встреч. Пока-пока.